час я проведу мини-опрос на какие вредные привычки вы знаете. Поехали! Привет! Привет. У меня есть к вам вопрос. Какие вредные привычки вы знаете? Курение, да. Алкоголь, наркомания. Правильно. И все? Я думаю, много этого. Дальше. Какие вредные привычки вы знаете? Курить и пить алкоголь. Правильно? Здесь очень много студентов. Давайте спросим у них. Ребята, всем привет! Привет! Какие вредные привычки вы знаете? Вредные. Кто? Да, вредные. Курение. Наркомания. Алкоголь. Всем привет! Я студент технического университета Йоджу в городе Ташкент. Я учусь по направлению эстетической медицины. Сегодня я хочу рассказать вам о питании наших студентов. И затронуть такие темы, как неправильное питание. Обычно, когда мы говорим вредные привычки, все отвечают на вопрос, и всем на ум сразу приходят как курение, алкоголь и наркомания. Но многие забывают о неправильном питании. Неправильное питание также является очень вредной привычкой в нашей жизни, которая оставляет негативные последствия и вызывает болезни такие как болезнь Альцгеймера, рак. Оно также может привести к ряду опаснейших заболеваний, как заболевание Альцгеймера, заболевание желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и к преждевременному старению. Как говорят в народе, кожа – это отражение нашего внутреннего мира, нашей внутренней среды. Также не стоит забывать и всегда помнить о вредных продуктах, такие как сахар. В народе сахар называют белым ядом. Газированные, сладкие напитки. Туда же входят и энергетики, которые стали на сегодняшний день. 5 февраля я провела свой социальный опрос в нашей университетской столовой, где вопросы были такие: как часто вы употребляете пищу, как часто завтракаете и из чего состоит ваш завтрак? По статистике, 85% студентов не обедают в университете, то есть не успевают, а это сильно влияет на наше здоровье.